Сегодня 7 июля, день Ивана Купалы, и у нас вот яровой чесночок. И сегодня мы яровой этот чесночок весь закрутим петельки вверху, чтобы наши формировались головки. Вот. Красивая листва. Вот. Так весь яровой чесночок мы завяжем в узлы, всю эту вот грядку. Завязываем узлы, петельки, делаем петельку. Вот чесночок наш весь завязан наверху. Теперь будет только сила идти в головку чеснока, чтобы был он крупный и такой ядреный. Это обязательно нужно сделать сегодня, 7 июля, на Ивана Купала праздник. Пришла пора заготавливать веники. Я сейчас покажу вам, как мой муж вяжет венички. Вот такие хорошенькие. О! Двумя способами можно вязать. Да ты что? Вот какие. Простым. Это для внука маленькие, наверное, простым. Да? Для внуков маленькие. Ну как это? Маленькие. Вот такие венички. Ну вот, навязали вот, 6 вот таких веничков. Отличных. Пахнут, как красота. Пахнут прямо. Вот. Заготовили, это получается 6, и вот 7 лежит, 7 веничков. Ну, начало положено, но это не конец, штук 20-30 нам надо на сезон вот таких вот веничков навязать. Пахнут береза, прямо красота. Ох, париться хорошо. Все, будем париться. Сезон открыт.